2018 году мы уже были в Пермском крае, в рамках парусного похода на Белое море. Тогда мы посетили ледяную пещеру, Белогорский монастырь и поняли, что для нас очень интересен этот регион России. Первый день мы проехали около 1000 километров и заночевали в придорожном отеле в районе города Ревда. На следующий день мы хорошо отдохнули, выспались и, не торопясь, доехали до Кунгура. По дороге мы увидели огромное поле фиолетовых цветов. Вначале мы подумали, что это лаванда. Дома надо под подушку положить, и будет спокойствие. Обалденно. Посмотри, какая красота. Вот я ни разу не видела, как лаванда растет. Вообще супер. Но потом оказалось, что мы ошиблись. Этот цветок называется галега, или козлятник лекарственный. Но все равно красиво, правда ведь? Туки. Конечно. Они вот только ударились. Они нас обгоняли. И вот прошло 5 лет, и мы вновь вернулись. В этот раз мы собираемся посетить фестиваль воздухоплавания в Кунгуре. Встретиться с нашими друзьями на Воткинском водохранилище. Посмотреть Хохловку и еще много всего интересного. Держитесь правее. Город Кунгур основан в 1663 году, а с 1970 года включен в список исторических городов России. Кунгур расположен на слиянии 3 рек – Сылва, Ирень и Шаква. Население города Кунгура на 2021 год примерно 63 тысячи человек. Весь этот народ двигается на открытие фестиваля, которое проходит на стадионе Труд. Кунгурский фестиваль «Небесная ярмарка» проводится с 2002 года. Соответственно, этот фестиваль юбилейный, 20-й. Он с каждым годом набирает обороты. Конкретно на этом празднике зарегистрировано более 80 тысяч человек не только с Пермского края, но и со всей России. Почта России проводит рекламную акцию, и мы решили отправить открытки на память о фестивале себе и родным. Земле проведено 67 рейтинговых соревнований различных уровней, но больше всего зрители восторгаются танцем слонов. Уникальное зрелище организаторы устроили на 5-летии фестиваля, и до сих пор оно не имеет аналогов в мире. Свечение тепловых аэростатов под музыку в ночном небе. Финальная точка ежегодных соревнований привлекает туристов со всей России и не только. Начинается открытие фестиваля.
Очень трудно передать атмосферу, которая царит на стадионе. Я специально оставляю живой звук, ну чтобы хоть как-то это сделать. Мы были очень удивлены, насколько мобильны эти огромные летательные аппараты. Экипажи буквально за 15 минут собрали шары и улетели. Счастье вдруг в тишине постучало в дверь, и уже и ко мне верю и не верю. Как сказки скрипнул дверь, все мне ясно стало теперь. Ради с тобой мёрз я тебе на полу за моря. Знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря. Победа прасна была. Опачки! Песня про землю. Поехали! Вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» просто сносит крышу у стадиона. Все я выдумал сам, потому что был слеп, непроглядный туман. Непроглядный туман и не выпавший снег. Песню нежных сердец под аккорды дождя и счастливый конец. И счастливый конец. И, конечно, тебя, фантазер.
пошла по снегу. Не жалей, что жить не может день. Твои глаза не потеряют. Эй, ку-ку! Давайте будем с вами петь, а к вам иду. Эй! Ребята! Готовы! Пойдем петься! Слушайте, как говорят, он улетел, но обещал вернуться. Очень ждем парней обратно, чтобы все было хорошо. Поем? А куда сегодня еду я? А что ради сегодня тебя? Мой лучший друг, хочется найти подруг. С тобой сердце бьется, с тобой луна смеется, с тобой восходит солнце, но только лишь с тобой. Фестиваль «Небесная ярмарка» проходит целую неделю. В это время жители и гости города участвуют в насыщенной развлекательной программе и наблюдают за полетами воздушных шаров. Ну, если повезет, можно и покататься на воздушном шаре. К сожалению, мы не были на закрытии фестиваля. Эти прекрасные фото я просто взял из интернета. Спасибо авторам. Но и за 2 дня присутствия мы получили огромный эмоциональный заряд. Эти кадры приземления воздушных шаров были сняты случайно, на обратной дороге недалеко от Екатеринбурга. Мы увидели шары в небе из окна автомобиля и остановились, чтобы поснимать. И мы решили включить отснятый материал в этот фильм. Ну, просто по теме подходит, красиво и познавательно.
А материал как называется, из которого сделан? Ну, это тафета, ткань. Тафета, это, да? Да, а вот это вот плотное, номер. После удачного приземления всем участникам полета организаторы выдают памятные грамоты и шампанское. Ура!